В Екатерининском зале встретились люди, неравнодушные к чужой беде. Предприниматели, депутаты, творческие деятели, представители власти. Благотворительный вечер посетили глава региона Вениамин Кондратьев и его заместитель Анна Минькова. Вниманию меценатов представили около 70 работ именитых художников края, талантливых детей. Гости выбирали понравившиеся полотна и могли оставить пожертвования. Губернатор поблагодарил всех присутствующих за участие и неравнодушие к чужой беде. В одиночку нельзя быть сытым. В одиночку нельзя быть богатым. И в одиночку нельзя быть счастливым. Вы делитесь и богатством, и сытостью, и счастьем с теми, кто этого не имеет, но в этом очень нуждается. Картины, друзья, которые вы покупаете, они имеют стоимость разную, большую, маленькую. А вот то, что вы делаете, стоимости не имеет. Это тот поступок, который на самом деле идет от души. Я хочу вам сказать слова благодарности вот за ваше сострадание, за то, что вам не все равно, что вокруг вас. Детки, которых вы порой никогда и не видели, и не увидите, кроме как на экране, пробуждают настоящие эмоции человека, российского человека в вашей душе. В центре внимания в этот вечер были, конечно же, дети. Те, что сейчас в больничных стенах борются с недугом и могут рассказать о себе лишь с телеэкрана. И маленькие артисты для гостей. Пела финалистка шоу «Синяя птица» Гера Аристова и звезда проекта «Голос» Ярослава Дегтярева, которая однажды после страшной аварии сама долго была прикована к больничной постели и заново училась ходить. Фонд «Край добра» подробно отчитывается за все собранные средства. Только в этом году помощь получили 242 тяжело больных ребенка.